Сейчас скорбная весть. Скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его дочь. Президент Российской академии архитектуры и строительных наук ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Кузьмин был главным архитектором Москвы с 1996 по 2012 годы. Недавно он выпустил трехтомник своих воспоминаний.